kovalıdır öyle. Beşiktaş'ta kovalıdır. Beşiktaş bile eksik maçı var. Şimdi biz 27. maçı oynamışız. Mama очень любит футбол смотреть и сейчас Ашкам объясняет ей. Kazanırsa Yavşak üstüne çıkar. Üstüne çıkar 3 puanla. Fatih Terim var ya futbolcuları dövmüştür. Şimdi baba şey bir tane spor programı var burada. Universal diye. Nostalji diyor. Nostalji futbol. Kaçıyorum bazen. Вчера знаете, что говорит? Что я, говорит, за 47 лет ни разу не затопил печку. А папа говорит, ты думаешь, я, говорит, это тоже умел это с рождения делать. Это все по опыту. Молочко кипятим, он им будет для нас делать йогурт, готовит. Афериношки, он кизель. Разошелся, вот посмотрите. О, спорт, который ладышим, да? Лежу, интернета нету, проблема, как всегда, я не понимаю. И наш этот Wi-Fi с ума сходит, быстро разряжается, потому что сигнал берет, 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 вообще постоянно включен. Здесь невозможно видео загружать. Для вас двое суток загружаю видео, и 30% загрузилось. И постоянно отключается вообще интернет, здесь проблема. Я приняла душ. Лежу сейчас. Немчик ходит. Я, знаете, что так отключила. После 7 часов думала, сейчас 5 минут глаза закрою и целый час проспала. Такой воздух здесь. Я когда так днем отдыхала. Отдыхаю от того, что телефон не работает, никто меня не беспокоит. Кайф вообще, не жизнь, а лафа. Ну вот осталось... Сколько дней мы немножко совсем, и мы вернемся, потому что меня ждет работа. Мы приехали просто сделать сюрприз и отдохнуть. В общем, вот такие вот делишки. Кстати, мы смотрим новости, и из-за того, что карантин ослабили, заболеваемость усилилась по Турции. Если еще увеличится, сегодня же суббота, если еще увеличится, то опять сделают карантин. Вот так сказал Ашкым, не знаю. Мы вот поели там мангал, курочку. И после этого фрукты я порезала родителям и нам тоже. Орешки покушали. Чаек выпили еще. Ну, а завтра хочу поговорить с Баба Джимом, чтобы он дал интервью насчет жизни в деревне, какая жизнь в деревне. Я попросила его, потому что многие из вас спрашивают меня. И вот я попросила. Так что, друзья мои, будем ложиться спать. Всем спокойной ночи. Пока-пока. До завтра. До новых встреч. Доброе утро, друзья мои. Сегодня встали поздно. Быстро-быстро. Еле успеваю завтрак приготовить. Ашкин, покажи, что я приготовила быстро. Надо же менять каждый день завтрак. Короче, картошку пожарила с суджуком, там то все. Вот сейчас сделаю такой перчик, смотрите, закусочку. Посолю и маслечком, и все. Так что, а я на ходу кофе пью, как быстро, как хорошо спали сегодня. Ашкин снимает, довольный такой. Все, мы идем завтракать. Пока-пока. Вот такой бюрек кушаю я, немчик сделала. Завтрак почти закончен. Погода хорошая. Солнышко, печка у нас горит, печка. Очередное утро.
Воскресенье, вон птички сидят на деревьях. Здесь у Баба Джима все приготовлено уже для помидор. Видите, ветки все. Это тоже шланги для капельного орошения. Капельное делает по всему огороду. Вон там тоже. Вот так выглядит наш домик. Эту веранду они перестроили осенью. Раньше мы там сидели. Уютненький, все есть, что нужно двум пенсионерам. А самое главное, им так комфортно, они даже не хотят возвращаться в город. Ведь они постоянно с землей здесь общаются. У них какие-то дела есть днем. Они днем занимаются делами, каждый своим. А вечером смотрят сериалы, разные программы. Ни с кем не общаются, только если тетя приходит к ним. Ну, вот так вот вдвоем проводят время и жизнь. И вот думаешь, да? Вот если бы один был кто-то из них по одному, вот смысла в жизни бы не было такого. Дети детьми, у каждого своя семья. Никто не хочет здесь жить постоянно из детей. Ну, а их это устраивает. Посмотрите, вот на крыше энергосистема. От солнца нагревается еще дополнительная вода, теплая. Вот так вот вчера они придумали звонок с Эндером. Сейчас проверим, работает ли он. Сейчас проверим. А, Баба Джим, чалышиор! А, как классно, вы видите, сразу Баба Джим бежит. Вот. Вот такие вот тут у них улицы в деревне. Без маски можно ходить здесь. Вот наш дом. Ну и там дальше. Курочки, коровки, ашкем гельды. Ашкем сену шуйорсон. Бензиль. Басты мазиля. Чалыши йор озиль. Бабам гельды. Gitmiyor mu teyzene doğru gidelim? Маске такмады. Gerek yok ya, teyzen şurada ya. Ha, hadi. Пойдем мы сейчас к тете и вам покажу их. Деревенская невестка. А, тетя сидит. Покажу сейчас вам дома еще. Поснимаю, как люди живут. Здесь есть кто-нибудь? Видите, сена сколько у них. А. Вот так живут люди в деревне Нигбор, Кызылджа. Тезимчик, насылсын, тезим? Чек, чек, тезим. Ушутмадин сен кышын? Не замерз от этой зимой? Ушутмадын? Ушутун му? Ушутун му дейді? Ушумадым, ушумадым. Ушумадым, дейді. Обасын яқа, ой жатыр, не ой дейді? Жаным сықылмады? Жаным, чоқ сықылды жаным. Жаным сықылды, жаным сықылды, жаным сықылды. Жаным сықылса не еді? Бабам дейді, 3 күн соғыл. 3 күн. О қар яғдырды.
tavuğum aldı. Onda diyor sevgilin geldi. Там в доме живет Дейзи, вы помните. Sen de mi köye gideceksin diyor bana. Ne diyor? Geçen. Sen de mi köye gideceksin diyor. Tamam. Gideceksin. Sen nala gittin geldin. Так сидят они. Gelmeden bir gün önce bir şeyler getirdiler. Bizim eve uğradılar ablamla falan. Bana diyor sen de mi gideceksin? Gideceğim dedim. Раньше здесь... Burada yaşıyorlar teyzem. Burada terk edilmiş. Yaşamıyorlar. Здесь уже не живут, слава богу. Раньше жили здесь. Я не представляю, как бедные здесь люди жили. Ну, видите, меня радует то, что жизнь меняется. Люди бросают вот эти плохие дома и переходят в хорошие. Ведь они зарабатывают некоторые здесь, да. Скот содержат. Молоко продают. Öyle mi ev yaptırdı oğlu? Oğlan teşhüyana ev yaptırdı, büyük oğlu. Küçük oğlu da öldü kazada. Bu bizde yaşıt olan mı öldü teyze? Bizde yaşıt olan mı öldü? Bizde yaşıt. Bir tane vardı. Ya, bilmiyorum kurban oldum, öldü biri. Kavga çıktı işte, pislik çıktı arada işte. Neydi o çocuğun ismi? Sonluk neydi? Sonluk neydi? Vardı da ya. Şey bir çocuk. Birinin adı Kimi? Ne? Küçük oğlanın diye çocuğu var. He öyleymiş ya. Öyleymiş. Вот так вот проводят время. Солнце такое, не могу смотреть. Вот так проводят время и живут сельские жители. У них единственное развлечение выйти, вот пообщаться друг с другом. Кто один? Папе с мамой весело очень. О, сама нашли, сама. А? Сама. Буким. О, инек, инек есин. А, со, сено, сено без дедиорлар. Сено, вот здесь сено говорит. Кышин, кышин йолар. Эвет, эвет. Ашка, насыл бу сомон йорлар, сомон. Сомон дей, сама. Сомон рыба. Вот там пошли местные жители баски. Сомон. Рыбу едят наши коровушки. Тетя приглашала в дом, ашка без мисафырлик дедигель. Ама без гельмедик, может потом придем. Сара гелитис, а? Ахшам, видеочеки им для вас. Она все любит видеочек, мягчок, савиор, тейзови, адепчик, видео.